Руки за спину! За спину! За спину руки! Включай! За спину! Руки за спину! Браслеты на руку! Заходите! Руки за спину! Браслеты одели потом! Полицейские задержали двоих участников группы, которых подозревают в совершении мошеннических действий на территории региона. Злоумышленники по телефону сообщали гражданам, которые ранее покупали БАДы, о том, что они были обмануты. Для получения компенсации потерпевшим предлагали оплатить посреднические услуги. Однако после получения денежных средств фигуранты переставали выходить на связь. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и 8 сим-карт. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.